Друзья, сегодня утром к нам пришла очень ужасная трагедия. На одном из российских сайтов с самого утра была опубликована страшная весть, в которой говорится, что сегодня утром в одну из больниц города была доставлена российская ведущая и артистка Ангелина Вовк. Все были шокированы этим известием. Эта новость очень быстро разлетается по всему интернету. Уже многие нам пишут с просьбой узнать и рассказать всем, что же случилось с нашей любимой народной артисткой России. Мы пытались разобраться и узнать, что же с ней все-таки случилось и почему она попала в больницу. Один из близких знакомых Ангелины Вовк сказал нам, что Ангелина Вовк сегодня утром легла сама в больницу, так как у нее плановые обследования. Обследование для того, так как через несколько дней у Ангелины Вовк будет серьезная операция. Буквально несколько месяцев назад российские врачи у Ангелины Вовк обнаружили страшное заболевание. Теперь ей необходима операция. Также врачи сказали, что если операция в России не поможет, ей придется уехать за границу. Давайте, друзья, поддержим Ангелину Вовк. Будем надеяться, что все пройдет хорошо. Ведь мы все так сильно любим и помним нашу любимую артистку. Подпишитесь на наш канал, друзья. Будьте с нами, чтобы завтра утром не пропустить свежий выпуск на нашем канале. До скорой встречи, дорогие наши подписчики.